И сегодня мы встречаемся с совершенно обаятельным парнем, чемпионом Олимпийских игр Олександр Абраменко. Олександр Абраменко – найкращий лижний акробат сьогодні на цих Олімпійських іграх. Країна здобула перше золото зимової Олімпіади у Південній Кореї. Как сон какой-то, ты не ощущаешь. Ты, вот, ты приземлился, остановился, ты понимаешь, что все получилось, да. И ты понимаешь, что, наверное, это золото. В Киеве есть большой теннис, сегодня Кубок Дэвис. Не повезло, ты в Африку не едешь. Я вам расскажу, что я ощутил благодаря двум неделям эксплуатации нового Garmin 935. Николаев, в котором снег выпадает три раза в году. Ну да, кто-то говорит, страна не зимняя. Ну не кто-то, а министр спорта. Ну да. Добрый день, друзья. Снова перенос на понедельник 10:10. Судья Новак, 35-я комната, Печерский суд, Хрещатик 42А. Это повторное рассмотрение обеспечительной меры по ходатайству Главного следственного управления нацполиции. Напомню, я вас всех жду для поддержки. Зал всегда маленький, где-то 5-6 стульев там, поэтому, если вы хотите, приходите чуть-чуть заблаговременно. Мы будем ходатайствовать о том, чтобы у нас убрали запобежный захват, потому что риск отсутствует, и мы ходим везде. Почему не состоялся предыдущий суд? Накануне, за день до этого, получается 17 числа, во время утреннего бега, у меня в Голосеево я чуть-чуть потянул ахиллово сухожилие, и, соответственно, пошел, сделал МРТ, и там жесткое воспаление, поэтому я 2 дня пухну дома, ничего не делаю, уже наел 2,5 килограмма, поэтому надеюсь, что просто прыгаю на одной ноге. Я не помню такого состояния за последних, я даже не помню сколько лет. Поэтому до встречи в понедельник в 10:10 на Хрещатике 42. Спасибо всем за поддержку, очень большое спасибо всем за комментарии, я реально получил их миллиард. Я вас люблю, спасибо. Друзья, мы в музее Кличко, и сегодня мы встречаемся с совершенно обаятельным парнем, чемпионом Олимпийских игр, который принес 3-ю золотую медаль в историю Украины во всех зимних олимпиадах, Олександр Абраменко. Олександр Абраменко, 29 років, найкращий лижний акробат сьогодні на цих Олімпійських іграх. Україна здобула перше золото зимової Олімпіади у Південній Кореї. Олександр Абраменко був непереможним у лижній акробатиці. Прошу любити і жалувати. Здравствуйте. Саня, вот я боялся к тебе подступиться, я когда узнал, что ты выиграл золото, я не представлял, как тебя разорвали после приезда. У меня к тебе такой вопрос, а как вот спустя 3-4 месяца внимание к тебе осталось, как ты его чувствуешь? Ну, конечно же, непосредственно после Олимпиады это было что-то, это как бомба взорвалась. И вот в ближайшем радиусе накрывало все, поэтому времени свободного не было. Я больше скажу, вот как я только прыгнул в свой контрольный прыжок, как только все поняли, что золотая медаль моя, меня сразу же забрали, и началась вот эта вот пресс-зона, и я пока ее не прошел, это, наверное, на протяжении 2 часов я там ходил, меня никак не отпускали. И вот с этого момента каждая минута была забита, все звонили, писали, приглашали. И когда прессинг закончился? Ну, где-то аж через 1-1.5 месяца уже стало полегче, но все равно вот звонят, приглашают на все возможные. Вот даже сюда я приехал вроде на 2 дня, кто-то узнал, и все, и начинают приглашать. А они не могли бы прийти сюда интервью дать, они могли бы сюда прийти. Мурашки по коже были, когда флаг поднимался и играл гимн Украины? Я даже чуть не заплакал. Чуть? Ну, глаза на мокром месте были? Да, да. Ну, потому что это захватывающее ощущение, конечно. То есть там, на самом склоне, ты еще не ощущаешь на 100%. Это как сказка какая-то, как сон какой-то. Ты не ощущаешь. Ты имеешь в виду, вот ты приземлился, остановился, ты понимаешь, что все получилось. Да. И ты понимаешь, что, наверное, это золото. Да, ты смотришь, только ждешь баллы. Да, и даже когда уже сказали, все, вот первое место, золотая медаль, ты все равно не понимаешь, что происходит. Ты вроде понимаешь, что ты выиграл, но и в тот же момент не веришь в это. Мало кто знает, что это твоя 4-я Олимпиада. Да. Расскажи, как ты вообще к этому шел и как ты не обломался вот до 4-й Олимпиады, потому что
27-е, 24-е место, ну такое. Ну да, ну не обломался, наверное, из-за своего характера, потому что я достаточно упертый. Если я себе какую-то цель поставил, все, свернуть с нее я не могу. Вот. Начал заниматься очень давно, с 10 лет я во фристайле. До этого я вообще футболом занимался. Папа хотел, чтобы я футболистом стал. А поясни, вот два несовместимых тега. Абсолютно. В моей голове. Да? Николаев и фристайл, лыжный. Николаев, в котором снег выпадает 3 раза в году. Ну да, кто-то говорит, страна не зимняя. Ну не кто-то, а министр спорта. Ну да, а тут юг, Николаев и зимний вид спорта. И третья медаль в истории Украины за 25 лет. Ну так получилось, что повезло. В Николаеве построили, по-моему, 80 каком-то году построили первый трамплин, и он был единственный на территории СССР для тренировок именно акробатов. И я начинал с этого трамплина. К сожалению, сейчас он находится просто в ужасном состоянии, он закрыт, стоит как памятник архитектуры, использовать его невозможно. И это печально, потому что за мной нет никаких спортсменов, ни одного спортсмена, который мог бы представлять Украину на таком же уровне, как я. Я вам расскажу о том, что я ощутил и понял благодаря 2 неделям эксплуатации нового Garmin 935, который пришел на смену флагманского некогда Garmin 920, который в свою очередь сменил у меня на руке 910, а предыдущий 310. Поэтому я могу судить об эволюции Garmin в девайсах для триатлона, в топ девайсах для триатлона Forerunner достаточно объективно. Вообще могу сказать со старта, что Garmin 920, которым я пользовался, наверное, больше 3 лет, с которым я пробежал, даже боюсь сказать, сколько марафонов и айронменов, меня полностью устраивал и мне очень нравится. То есть не было ни одной причины, по которой я бы его хотел сменить на новый 935, с учетом того, что за 935 мне пришлось бы выложить порядка $550 со всеми скидками, даже в том числе. Но судьба распорядилась иначе, и мой друг подарил мне 935 Garmin, который я неделю или даже, наверное, 2 обходил, все, не удосуживался загрузить в Garmin Connect, подсоединить к телефону. Я вообще боялся его, потому что он более сложный и, скажем так, у него сложнее меню, оно не такое привычное, как на предыдущих 3 позициях. В результате 2 недели назад я его одел, разобрался и могу с уверенностью сказать, что этот девайс гораздо лучше, чем 920. Основные параметры. Первое, он гораздо легче. По моим подсчетам, это где-то в 1,5 раза. 74 грамма против 50. Ровно в 1,5 раза. У 935-го есть датчик пульса, который сканирует пульс с руки. Второе, он намного легче в носке, и ты его вообще не замечаешь. Я никогда не спал в часах. С 935-ми я сплю постоянно. Если первые разы я укладывался с интересом, чтобы понять, какой у меня пульс во сне, какой у меня пульс после восстановления, потом я обнаружил еще одну интересную деталь. Garmin, благодаря датчику, который находится внутри и сканирует ваш пульс с руки, он и точный, и не совсем точный. Он анализирует, например, такие параметры, которые не мог анализировать 920. Уровень стресса, четкое время сна, время глубокого сна, фазы глубокого сна, сколько вы встаете, сколько вы шевелитесь, сколько вы чего делаете во сне. Эта информация, она интересна и полезна. Полезна особенно для тех людей, которые не уделяют должного внимания сну, и они тогда понимают, что на самом деле сон — это крайне важная штука, и очень важно мониторить количество сна и зачем это вообще происходит. Да? Мало того, когда вы не досыпаете, он учитывает этот факт в недовосстановлении и требует от вас более глубокого восстановления. Как вы
вообще происходят тренировки сборной? Куда вы ездите на сборы? Что вы делаете? Вот сейчас за бортом 30 градусов тепла. Расскажи, как жизнь в лыжном фристайле вот целый год? Очень насыщенная жизнь и с тренировками, и получается разные этапы тренировок происходят, потому что, как я уже и говорил, невозможно прийти просто и начать прыгать с этого трамплина, все-таки должна быть какая-то подготовка элементарная. Наш сезон, он длится круглый год, начинается у нас подготовка летом, даже весной она уже начинается. Сначала мы просто входим в форму общефизическую, потом прыгаем на батуте, это мы можем делать у себя в Украине, в Ивано-Франковск мы ездим на сбор, на первый свой. А уже когда доходит дело до специфики, это прыжки с трамплина, тут мы не можем потренироваться в Украине, у нас нету базы, поэтому нам приходится выезжать за границу, и мы едем в Швейцарию прыгать на трамплины. Какое это место? Мэттенштеттен, возле Цюриха. И все лето мы, можно сказать, проводим там. У нас сборы длятся в основном по 24 дня. И вот таких вот за лето у нас бывает 4 сбора летом в Швейцарии. И где-то 2 еще мы ездим потом осенью в Минск. Там у них в Минске, да, построили они очень серьезный современный комплекс, первый в истории крытый комплекс для занятия фристайлом, что позволяет, не обращая внимания на окружающую погоду, заниматься себе без проблем. И это сократило перерыв между летней подготовкой и зимней. Очень удобно. Немножко по тонкостям тренировочного процесса и как проходят сборы. Люди хотят знать детали. Там расписание дня, завтрак, обед, сон, восстановление, сколько тренировок, по сколько времени. Допустим, да. Приезжая на сбор в Швейцарию, у нас идет цикл, это 3 дня тренировок, 1 выходной. Так весь сбор проходит. День тренировочный проходит, подъем, зарядка, завтрак, потом выезжаем на трамплин, специфическая тренировка, прыгаем с трамплина. Потом обед, отдых обеденный, и вечером физическая подготовка, то есть мы едем в зал тренажерный там и просто качаемся, развиваем навыки определенные. Ну, качаетесь, ну, для каждого человека качаетесь, взял штангу, ну, начал, да, жить жим лежа. Что вы делаете в зале? У нас в основном разнообразные тренировки в зале. Конечно, мы мышечную массу мы не наращиваем. Расписание. Во сколько встаете? Ну, если это сборы, то все зависит тоже от расписания. Потому что много спортсменов. Примерно. Много команд. Ну, где-то 8-9. Но если расписание такое, что у нас уже в 9 тренировка, то бывает и в 6, и в 7. Просыпаетесь. Да. Завтрак, соответственно, через час после просыпания, через полчаса. Бывает так, ну, поспать же хочется. Бывает так, вскочил, позавтракал. И сразу на тренировку. И сразу на тренировку, да. Есть эффект того, что, ну, вот велосипед, перед велосипедом надо наесться, чтобы ехать на тренировку. Перед бегом нельзя наедаться. Как у вас? Ну, конечно же, чем свободнее у тебя в животе, тем легче тебе тренироваться. Поэтому, да, надо на тренировку идти на голодный желудок. Первая тренировка сколько длится? Первая тренировка прыжковая длится около 3 часов. 3 часа вы непрерывно прыгаете? Ну, за 3 часа у нас 10 прыжков получается, потому что это не так, что там быстро не получается прыгать, потому что пешочком надо забираться на эту конструкцию, а там ступенек, я не знаю, ну ступенек 200, и вместе с лыжами в ботинках вот это вот пока поднимешься, это ты плюс очередь. 2000 ступенек поднимаешься каждый день? Каждый день? Ну да, да, да. Ну то есть если 200 да, ступенек, да, на 10, да? Да. А между прыжками получается минут 20? Да, где-то так, да, отдыхаешь. Сегодня Кубок Дэвиса, матчевая встреча по сборной Украины и Португалии. Сегодня играют Илья Марченко и Стаховский. Пойдемте, я вам покажу. Был Сергей Стаховский. Первый номер в сегодняшнем матче.
Друзья, вам нереально повезло, нам нереально повезло, потому что в Киеве есть большой теннис. Сегодня Кубок Дэвиса. И здесь, в Буче, мне странно, что на первом матче трибуны наполовину пусты. Приезжайте болеть, приезжайте. Такой классный теннис вы нигде не увидите. Вам надо далеко ехать для того, чтобы увидеть. А здесь это здорово. Друзья, через час здесь начнется матч Украина-Португалия в Кубке Дэвиса. Очень ответственный, потому что если мы проиграем, придется ехать в Африку. А ребята в Африку ехать не хотят. Португалия сильная команда. Мы приехали их поддержать. У нас с собой барабаны, команда, и мы крутые. И мы выиграем. А потом у нас будет эксклюзивное интервью с самим Сергеем Стаховским. Оставайтесь с нами и пишите вопросы. Если вы хотите, мы с Сережей сделаем продолжение. Только мне нужны хорошие, качественные вопросы от вас. И ждать своего шанса. Просто пахать. Просто пахать. А другим никак. А как слышно вот на корте? Дока Николая Ивановича. Слышимость отлично. Да. То есть очень. Как каждый писк вот все. Нет, каждый писк нет, но когда мы заканчиваем матч, ты выпадаешь из. Одетый. А сейчас вот что запомнилось после матча? Ну, кроме 0-40. Запомнилась победа, что мы не ели никакую Южную Африку, что мы играли Португалию. И слава Богу. Ну, что все дома. Я поздравляю тебя. Спасибо. Красавчик. Вот так можно в душ, да? Да. Можно. Раздевайся. Это будет. Мы тут тоже поставим, знаешь, такой, знаешь, кубики. Вот у тебя есть какое-то понимание, вот что ты будешь делать там? Не знаю. Сколько ты, кстати, себе отводишь еще? Тебе 30 лет, это продуктивный возраст. Еще две олимпиады можно отсобачить. Да, две это вряд ли. В основном еще одну можно, да. Но, как правило, у нас такой вид спорта, что субъективный, судейство субъективное, поэтому даже если ты будешь готов идеально ко второму золоту, тебя просто могут не пустить. Ты приезжаешь на Олимпиаду как действующий олимпийский чемпион, и все, судьи просто говорят, ну хорошо, давай, хочешь еще одну медаль? Ну, сейчас мы посмотрим, пробуй. Достоин ты или нет. И то есть элементарно какая-то маленькая ошибка, и они могут за это хвататься. И сильно раскручивать. Конечно, да. Вот как, допустим, эта Олимпиада прошла, Кушнир Антон не попал. Вообще? Да, просто вот судьи вот так вот захотели, и все. Хотя он был готов побороться так же самое за медали. Параллельные виды спорта, не знаю, фристайл там на сноуборде. Это нереально. Это вообще нереально. Да, это настолько специфические виды, что ты либо занимаешься этим, либо занимаешься другим. Невозможно совмещать. А какие тебе еще виды спорта нравятся? Или что ты смотришь, или чем ты занимаешься с удовольствием? Мне очень нравится гимнастика, прыжки на батуте нравятся и прыжки в воду. То есть все, где связано более-менее с моим видом спорта, с акробатическим, да. А так еще мне очень нравится мотофристайл, очень зрелищный, захватывающий вид спорта. Американский, и очень травмоопасный. Какая самая сильная травма, которую ты переносил? Это разрыв крестообразной связки в колене. Оперировали? Конечно, да. В Украине? Да. Что для тебя тренер? Наставник, который передает свои знания, и тот человек, которому ты можешь довериться, потому что, казалось бы, в воздухе не только от меня зависит мой прыжок, но еще от того, как мне подскажет тренер, потому что со стороны всегда лучше видно, как идет прыжок. И, допустим,
у нас на качество прыжка влияет очень много факторов. Самое главное – это скорость. Мы очень четко подбираем скорость для каждого прыжка. Допустим, для тройного сальто с четырьмя винтами средняя скорость должна быть там 65 км в час. Момент отрыва. Да. Если она будет меньше, мне не получится сделать ровно. Если она будет больше, я не смогу приземлиться на ноги. Я просто прокручу свой прыжок, и у меня не будет приземления. А как ты регулируешь скорость разгона? У нас стоит специальный скоростомер, специальный человек, который замеряет скорость. И каждый прыжок мы засекаем, на какой скорости был совершен прыжок, и уже делаем корректировки в этот момент. То есть для следующего прыжка. Телом можешь это делать? Нет, мы просто становимся, допустим, замерили ниже, много, перебрал скорости. Становимся ниже, да, и все. Сколько в структуре медали, составляющей удачи, тренировок и всего остального? Вот есть медаль золотая. Я думаю, что для меня, как я это вижу, 50 тренировки, 45 удача и 5% вообще не пойми что. Что-то такого космического. Потому что попасть на Олимпиаду – это уже большое достижение. Как отбираться на Олимпиаду? Два года идет накопление очков. Ну да, ты зарабатываешь квоту, должен за два года остаться в топ-25. То есть 25 спортсменов только едут на Олимпиаду. Пачка. Все остальные отсеиваются, да. Алкоголь. Пьешь, не пьешь, вино, пиво. Ну почему? Я нормальный человек, поэтому почему бы нет? Так же самое расслабиться хочется на выходные. Могу позволить себе и выпить бокал пива, стаканчик виски. Когда последний раз был вот крепко выпивший? Ой, не помню. После Олимпиады праздновал? Дело в том, что мы еще оставались на Олимпиаде на неделю в селе. Там не было возможности отметить. По приезду, конечно же, собрался с друзьями и отметили мы. Но тоже сильно отмечать не пришлось. Контролировал себя, потому что, опять же, много людей знают, смотрят. Поэтому... В самом меню, если говорить о 935-м, более широкий выбор всяких вариантов видов спорта. Если в 920-м фактически это бег, плавание, велосипед, в том числе в закрытых помещениях, плюс триатлон, то в ситуации с 935-м здесь есть всякие indoor track, есть всякие там хайкинги, всякие интересные штуки, которыми обычно пользуется человек. И плюс новые дополнения, которые по большому счету не очень важны, но тем не менее. Есть стретчинг и йога. Очень важно, чтобы раз-два в неделю именно эти упражнения обязательно были у вас в календаре. Желательно разнесены на выходной день, на после длительной или сложной тренировки. Очень важно, чтобы вы всегда отдавали себе отчет, сколько раз вы занимались йогой, как долго. Сколько вы тратили энергии, как часто, не пропускали ли вы. Это, еще раз повторюсь, для продвинутых пользователей. Я себе, кстати, после пользования этими часами установил новые параметры. Я поставил себе обязательное условие, что я должен в день проходить 25 тысяч шагов. Справляюсь, честно скажу, пока где-то 2 трети дней. Если нету длительной беговой тренировки или даже просто нормальной беговой тренировки, 25 тысяч шагов просто нереально пройти. Вчера на момент выхода на тренировку у меня было 5 тысяч почти. Был очень сложный день. Был суд и были всякие сложности. Потом вышел, отстоял 18 километров, прихожу 24 там с копеечками. Еще там чуть прогулялся, 25 закрыта, закрыта тематика. Из интересного могу сказать, что вы можете благодаря датчику, скану пульса на руке, например, мониторить свой пульс во время секса. Это часто такая интересная для любого мужика проблема, что ли, или вопрос, как, ну, как интересно, какой у меня пульс во время секса. Но вы должны не забывать, что секс рознь, существуют активные движения, которые
по сути, стимулируют и возрастают пульс. И если вдруг вы занимаетесь сексом активно более, скажем так, с элементами аэробной нагрузки, то у вас, конечно, пульс будет выше. Если вы делаете это сдержанно или вообще в пассивном состоянии, то пульс будет невысоким. Поэтому не удивляйтесь. Используйте Garmin как дополнительную мотивацию. Он, безусловно, мотивирует, особенно когда вы начинаете копаться. Еще очень важный момент для тех, кто до сих пор не зарегистрирован в Garmin Connect. Крайне важно френдиться с друзьями, и он тогда автоматически выставляет такой список соревнований, он геймеризирует ваши активности и позволяет сравнивать, кто сколько прошел шагов, кто сколько пробежал, кто сколько проехал, кто сколько проплыл. И вот эти первые часы, это геймеризация, это тоже дополнительная мотивация. Огромное значение, но это работало и в 920-м Гармине, что Garmin фактически заносит ваши данные в Страву. И если вы хотите следить за моими тренировками, подписывайтесь на мою страничку в Страве. Там написано, где, сколько и как я тренируюсь, сколько времени трачу, с каким пульсом бегу. Все там есть, поэтому я с удовольствием поделюсь этими знаниями с вами. Оставайтесь с нами, будьте лучше, будьте сильнее и пишите свои комменты, ставьте пальцы. Это важно. Подписывайте людей. Это важно, чтобы люди мотивировались. Возможно, благодаря моему примеру или каналу. Сколько может зарабатывать спортсмен, который не является чемпионом Олимпийских игр, который, скажем так, в топ-20 находится, но... Это на самом деле очень мало, потому что зарплата в министерстве на данный момент у обычного спортсмена это около 6 тысяч гривен. И все. Больше ему неоткуда взять дохода. Видишь ли ты какое-то будущее этого спорта в клубном движении? Существуют ли какие-то аналоги там, в США, в Канаде, когда есть финансирование не только от государства? Дело в том, что за границей государство и не финансирует. Все развивается на федерациях. Ну, федерации собирают деньги от спонсоров, да, или от членов клуба? От спонсоров. От спонсоров, от членов клуба, которые, конечно, еще там не вышли и не показывают какие-то там серьезные достижения, да. А в основном от спонсоров они получают деньги, и у них там совсем по-другому это все устроено. Упражнение номер один. В нашем виде спорта самая большая нагрузка – это при приземлении. То есть приземление стандартное – это как можно выше приземлиться, не просесть. Поэтому у нас самое главное – это мощные ноги, мощная спина. Поэтому все упражнения направлены на развитие этих групп мышц – спины и ног. Но так как отдельно качать и спину, и ноги – это бессмысленно, потому что все-таки спорт у нас динамический. Поэтому все упражнения подключаем – динамические упражнения. То есть мы используем штанги. Ну, я буду показывать без веса, потому что уже давно не тренировался. Для развития спины мы используем упражнение, это становую тягу. То есть мы и правильно выполняем. То есть вращение колен, прямую спину и просто делаем становую тягу. Вот. Обычно сколько серий, по сколько повторений? Смотря, что мы преследуем. Если просто держать тонус, мы берем небольшой вес и делаем большое количество повторений. Ну, небольшое – это сколько? Ну, допустим, для меня небольшое – это 40 килограмм. То есть штанга у нас 20. Плюс по десятке? Да, плюс по десятке. Ну, до 50, может, килограмм. Это небольшой вес для становой. Если преследуется уже развитие силы, конечно же, максимальный вес – это там 140 килограмм. Ну, давай в реальном режиме. 10 килограмм, вот 10-килограммовый блинчик. Они тут разноформатные. Это ты, по-моему, 20-ку схватил, 25 даже. А, это 25? Да. А, вон десятка. Вот десятка, да. То есть главное – это ровная спина и работа. Вот. И так вот мы развиваем динамически и
ногу. То есть можно заметить, что положение, да, при котором я делаю, похоже на момент приземления. И ты делаешь 20 повторений? Нет, 14-12. С большим весом чуть меньше. 2-4 повторения максимум. Next exercise. Упражнение тоже начинается все с того же, но делаем рывок. И все. То есть потом мы можем делать полный присед. Можем сразу полный присед делать. Сколько в серии? Опять же, если это маленький вес, до 10. Если большой вес, один раз. Потом мы делаем на прыжке. Это тоже развивает толчковую силу. С места, конечно, это можно высоковато? Повыше. Не, наоборот. Понизковато? Да, конечно. Ну, то есть прыжковые у нас развиты хорошо, поэтому делаем за прыжки. Но мы не спрыгиваем обратно. То есть мы делаем только на прыжке. А почему не спрыгиваете? Травмоопасно для колен. Ну, то есть это уже совсем другое упражнение. Также мы делаем это. Также развивается толчковая сила. Это спрыжка с последующей максимальной выпрыжкой. То есть, допустим, мы... Спрыжка. Надо самортизировать, а потом максимально вверх выпрыгнуть. Да. Только ровно. Ну да, да, вот такие вот упражнения. Сколько таких потом повторений? Потом мы делаем, допустим, мы там делаем круг, круговое упражнение по времени. Угу. 20 секунд. 20 секунд делаешь, время кончается, просто переходишь по кругу на другое упражнение. На другое упражнение. Да. Отжиматься, да, все-таки соревнования. Первые соревнования. Может, мы же в Украине. Первые в этом сезоне. А не, а можем, кстати, в планке простоять, а? Нет, ты выиграешь. Ты же 10, я максимум 4,5 минуты простоял. Ну, так я могу попробовать, было. Но 5 минут вот я больше не ну, решу. Ладно, все, отжимание так отжимание. А, все, 36. Так, завтра, по-моему, я... Итак, ребята, конкурс. Есть у меня очень одна такая фотография. Придумать лучший комментарий к этой фотографии. Ой, класс! Лучший комментарий. Жюри у нас Саша. Победитель получает... Есть у меня привычка коллекционировать номера, в которых я выступаю. Поэтому стартовый номер с меня. Все, ребята, комментарий к фотографии. Фотография на кадре здесь. Победитель получает стартовый номер от чемпиона Олимпийских игр с автографом. Лично вручим. Попробуем споймать. Швейцарию, в крайнем случае, мотнемся. Что там, вечного, да? Что там для бешеной собаки 2000 километров не расстояние. Пишите вопросы, ставьте лайки, пишите свои эмоции. Счастливо.